этот поворот включил снова. Еще раз повторюсь, кто едет, вот, особенно на длинномерах, выносит тяжелые машины в кювет часто. Затяжной поворот. Поменял мне друг справа подшипник ступицы. Все по-другому, не гудит ничего, он уже под звук давал, гудел. Поменяли, я видео показывал. Ходит тут транспорт, Минск новая ходит. Так что никакая не глубинка, 20 минут и дома. И в Минске. Зато и воздух, и природа, и рыбалка, и грибы. Да один воздух чего стоит. Из города летом приезжаешь, как чумной ходишь сначала. Кислородный удар такой. Город — это суета. С необходимости только в нем жить. Работы, кто работать умеет и любит, полно и здесь, особенно летом. Хочешь птицу разводи, хочешь лесом занимайся, хочешь стройкой занимайся, было бы здоровье. А в таких, в таком месте тишина, покой, природа. Только и живи, и радуйся. Вот мое любимое место. Въезд, выезд, так красиво. Стоят сосны, ели. Класс. Просто чудо. Ну так, был пионерлагерь раньше, сказка тут еще. От него остались коммуникации в лесу.